Старшеклассник Матвей гордится тем, что состоит в рядах юнармии. Он увлекается не только военной и строевой подготовкой. Молодой человек участвует в турпоходах и изучает историю родного края. Недавно он вместе с товарищами посетил Каменную чашу. Там мы занимаемся не только начальной военной подготовкой, мы занимаемся туризмом, мы занимаемся волонтерством, мы ходим к ветеранам, навещаем их. В этом году самарские юнармейцы стали лучшими на всероссийском конкурсе и завоевали кубок замминистра обороны страны. И по итогам этого года самарское региональное отделение стало лучшим в Российской Федерации. Мы заняли первое место. Праздничную акцию организовали сотрудники администрации промышленного района. Сегодня мы как раз собрались в одном также знаковом месте, окружной дом офицеров, чтобы наградить особо отличившихся ребят. Ну и, конечно же, для того, чтобы поднять уровень патриотизма. Сейчас отряды юнармейцев есть практически в любой школе Самарской области. Молодежное движение принимает всех желающих в возрасте от 11 до 18 лет. Каждая школа имеет возможность сегодня организовать свой отряд. Есть между школами организуются, есть в сельских поселениях, есть водные отряды. То есть создана целая организационная структура. На праздничной акции юнармейцев наградили грамотами администрации промышленного района и памятными значками за доблесть, а новички приняли присягу. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, события.